Камбоджа стала для меня откровением в том, что я видела вокруг себя, да, потрясающие рынки, самые сладкие фрукты, которые я когда-либо пробовала. Таких нет нигде, ни в Таиланде, ни на Бали, да. Эти невероятные храмы, людей, природу, атмосферу. То, что я нащупывала у себя внутри, в этой стране, да. Мы стояли в центре вселенной, на том самом 50-сантиметровом клочке, откуда, мне кажется, разве что черствый человек не почувствует, откуда потрясающие вообще потоки энергии исходят. Давай поделимся. Ну, давай, давай. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Чтобы понять негласные правила дорожного движения в Камбодже, необходимо в течение одного месяца покататься среди всех этих людей в прединфарктном состоянии. И после того, как ты адаптируешься за классические 21 день, ты всем телом понимаешь, как это делается. Передать это словами трудно, можно только сказать так. Перекресток проезжают первыми самые дорогие автомобили, затем крупные, вроде грузовиков и автобусов, а между ними проскакивает мелкая шелупонь, типа как мопеды, тук-туки и все остальное. Причем важно переглядываться, чтобы понять, кто кому уступает и кто кого пропускает. Никто не спешит. Если ты пешеход, ты проходишь спокойно. Сейчас мы уже почти приехали. Здесь, вдоль реки, стояли халабуды, ничего этого не было вообще. Зафальтировали все в году 2012 только. Что-то ловилось в этой реке? Конечно, всегда ловится. И в любой ловится. Луже всегда есть хоть что-то. Вот такие мальки, которые идут на фарш. То есть, например, наводнение, стоит мужик на дороге вот на такой, наводнение по колено, проезжает грузовик, он бросает сеть, вытаскивает, следующий грузовик проезжает. Во всех лужах, во всех канавах есть рыба, улитки и все остальное. Вот, и эта река одноименная с городом Сим-Рип берет свое начало на горе Кулен. И это святая вода, потому что это и есть река Тысячи Лингамов, знаменитая. И она протекает через Лингамы и получает благословение на плодородие. Сим-Рип, что у реки, что у города, означает победу над Таиландом. Сиам Таиланд, Рип ровно. В Таиланде читается наоборот, победа Таиланда. И здесь просто была очередная битва с тайскими войсками, в которой они круто выиграли, и, в общем-то, в честь этого и назвали. А стало это все тем, чем есть, инфраструктурой, обслуживающей Ангкор-Ват, только уже в самые-самые последние времена. Слушай, а что это такое? А это красивые-прекрасивые фонарики, а тут надо ночью быть. Оно все светится обалденно, пешеходные китайские эти мостики, а там дальше опять-таки рыночек. Помимо базаров, таких для туристов, есть два основных базара. Old Market, старый рынок. С едой, куда мы скоро пойдем. И есть еще верхний рынок Псалы. Пса, рынок Лы, верх. И, кстати, верх – это свет. Вот. А на котором творится вообще нечто невообразимое. Белые люди падают там в обморок, видя горы кишок. Но мы туда не пойдем. Мы пойдем сможем. Только туда. Да, сейчас можем, если хотите, еще и на этот зайти. Нет, сюда не хотим, хотим туда. Окей. Нас опять несет к рынкам. И вот маркет самый лучший вот этот. Проходы широкие, народу поменьше и свет получше. Еще и кое-где вентиляторы даже крутятся. Flower лавка на одном из маркетов Сим-Рипа. Центральный, Old Market. Это потрясающе красиво. Все эти цветы, конечно, для подношений. Только такие эгоисты западные, как мы, берут их девки в букет. Да, женщинам тут цветы дарить не принято. Здесь дарится коробочка лотоса с орешками. Да. Если ты ей люб, она кушает. Орешки. А если ты ей не люб, то она... Не буду. И це як гарбуза дати. Да. Вот.
реально думала, что это будет коробочка, в которой будет лежать цветочек, и там будут рядом орешки. Это есть коробочка. Что это настоящая коробочка цветка лотоса. Да. Где внутри семена. Так, ну хорошо, сейчас будем есть. Ну давай. Смело. Помочь? Первый раз нет. Окей. Смотри. Пошло. На, ты себе бери. Теперь ногтиком. Такая красивая. По кругу просто проводишь. Штучка. Да, вот так. Опа. Открыли. Ничем от горошка не это отличается. Это правда такой нежный весенний зеленый горошек. В стручках. Да. Давай дальше. Пошли. Спасибо. Здесь у нас якобы кобра. А почему якобы? Ну потому что, скорее всего, это пластиковая змейка обычная. Не-не-не, это змея. Но как ее расплющили? Ее расплющили, да, молотком. Ну, кобр не наберешь столько. Вот. И это маленькая бутылочка, а в больших еще и скорпион. Выглядит это устрашающе и кажется очень лечебным. Там спиртяка. Пить это нельзя, иначе отравишься. Но вот по 5 капелек можно. А вот это кампотский перец, самый знаменитый. Он растет в провинции Кампот. Был момент, выбирали, какой перец во всем мире назначить самым главным эталоном перечности перца. И выбрали кампотский перец в Камбоджу. И стоит он бешеные деньги, особенно если это зернышки выкоканные стрижами. Тогда 1 килограмм стоит 20 тысяч долларов. И собирается вручную. Это бананы в сиропе. На самом деле очень мило выглядят. Видишь, они такие вяленые. А вот это сушеные бананы. Сколько здесь видов бананов? Вообще в Камбодже вроде от 12 до 16 видов бананов, в том числе треугольные по срезу вот такого размера, но они только кормовые. Хотя скот тут пасется, никто не кормит ни кур, ни гусей, ни уток. Все пасется само, включая свиней. Когда все носятся с organic food, welcome to Cambodia, потому что здесь другого просто нет. Здесь нет ферм. Смотри, насколько я понимаю, кхмерская кухня – это смешение кухонь Вьетнама, Таиланда, что там рядышком еще? Да всего, Лаоса. Включая Индию, тоже карри, это будет это, такое это, же. Это микс. Это просто Asian food. Да. В отличие от всех остальных названных стран, оно не острое вообще по умолчанию, кроме, допустим, том-яма. Том-ям будет острый, но не такой острый, как в Таиланде. То есть его можно есть. И ты хочешь, если острое, то ты добавишь, тебе чили нарежут, ты его добавишь. А как по поводу французской культуры в еде? Хлеб у них из-за французов есть. Во всей же Азии у нас рис. Да, здесь тоже хлеб рис, тоже. Но они умеют делать багеты. И едят сами, не только для туристов. Багеты они любят. Вот это что такое? Это желудочек что-нибудь такое. Видишь, у него хрящевая ткань. Ну, судя по всему, утки, да? Я думаю, что это хрюшки какая-то часть. Но они едят все, причем с костями. Они берут курицу и рубят ее вот так, а потом сидят и ковыряются, да, вот с этим. То есть у них нету культуры еды, чтобы вот нож вилка. Очень сильная культура еды. Но зато не надо есть руками, за что большое спасибо. Палочки, вилки, ложки. Да. Ножи не подаются. Нет ножей. Всегда тебе дают вилку и ложку, и ковыряйся. Понятно. Мандаринки. Мандаринки это местные. Это лангсат или лангконг, как-то так. Лангам. Лангам. Лангам или мангустин, я их путаю, они похожи. А это похоже вообще на абрикосы. Но не абрикосы. Да, это милкфрут. Милкфрут называется? Да, а почему? Да. Или это мангустин? Это мангустин. А, милкфрут такой же, но больше. Да? Почему? Потому что ты его ешь, у тебя потом весь рот белый. Ух ты. Манго, разные сорта. Есть зеленый, да? Зеленый манго – это не сорт, а его срывают именно тогда, когда он зеленый. Понятно. Для того, чтобы кушать его в качестве овоща и макать в перец. Салат с манго всегда будет из зеленого манго. Но ты чё? Ты чё, кхмерский, почему? Конечно. И бокс не тайский, бокс серьезно? Тоже кхмерский. Они украли наш бокс. То есть каждый кулик свое болото хвалит. Желтые продаются в основном для туристов. А они именно едят зеленые. Они не кайфуют от желтых? Нет, нет. Они вообще по-сладкому не особо. Кстати, белокочанная капуста, маленький шалот, обычный лук, малюсенькие лаймы, смотри какие. Это что такое? Не знаю, как называется, но, короче, он в супе плавает и невкусно. Ясно. Маленькие огурчики, перчик, вот тебе зеленый манго. Видишь, он в лавке как бы овощной, овощей, да? Да. Зеленые томаты. Баклажаны. Вот это что, какая-то такая красивая травка? Она не естся, она для вкуса, а потом ты ее выковыриваешь из супа. Ясно. Да. А вот это, кстати, зеленый перец. Вот
никакой красавчик. Зеленый перчик, который идет прямо в тарелку. Да, который высохнет и станет черным перцем. Нет, он не высохнет и ничем не станет. Его съедят именно так. Бросается прямо в еду в тарелку. Да, я имею в виду, если оставить его. То сначала он становится красным. Да. Его тоже собирают и продают как красный, а потом черным. Правда? Вот это уже морепродукты. Здесь в таких красивенных мисках лежат, ну, например, это бэби-кальмары, да? Это взрослые кальмары, креветки с этими голубыми клешнями, да? У них есть какое-то название или нет? Это giant shrimps или prawns. Гигантские, да. Это крабы, да? Да. Это они голубые? Ну, голубой настоящий краб, он больше раза в два или в три, да. Но это в ту сторону. А вон, смотри, какая красивая рыба. Это red snapper называется. Да, прям молочный такой, и скумбрия, судя по всему. Он побледнел. Во льдах. Смотри, как интересно продавцы сидят на прилавках. Они буквально сидят. На маленьких табуреточках. На маленьких табуреточках. То есть они не под прилавком, они конкретно на прилавке сидят. Оп. Прям так стыдливая мимоза. Да. Так интересно, что они без воды, без ничего просто стоят. Кисло-сладкий соус, крабы. А вот, кстати, мелкая рыбешка, ее ловят и тут же, в тот же день, вешают на такие палочки в маленькие домики. Птица. Да, и оно коптится, коптится и коптится. А вот это происходит. Креветки, да? Да, сушеные, чищенные. Чищенные, смотри, как классно. На утренний тост с яйцом и вот. Все зависит от того, как они туда что-то добавили. Потому что они как добавят что-нибудь, так уже и не съешь, уже невкусно. Ласточки на гнездо какое-нибудь, да? Которые они сами тоже особо не едят. Это на китайцев они работают. Слушай, ну ласточки на гнездо, это же гнезда стрижей. Стрижей, да? Да. Для них строят огромные 3-4-этажные отели, бетонные, все в дырочках, гнездышки. Гнездышки. Mm-hmm. Они сами пасутся, сами летают, знай, собирай их гнезда и эти вот слюнки. Почему все так охотятся за этими? Ну, конечно же, все верят, что повышается потенция. И под эту так дудочку вот можно... Так вот, Китай хорошо устроился, вот в чем секрет китайцев. Вот, да. Они, а здесь, например, по той же причине едят зародышей уток и куриц в яйце. Потому что тоже считают, что хорошо для потенции, да. Как только ты говоришь «хорошо для потенции», все продается вообще сразу отлично. Красиво, ну, я это не видела. Это крабы в каком-то маринаде. Тут здесь есть чеснок, чили, наверняка есть что-то еще. Можно брать и сразу есть. Оно готовое, ну, если, конечно, нравится. Ух ты. Оно такое довольно странное. При этом сразу продаются самодельные сигареты у них есть. И вот это бетель. Вот такой вот пакетик, вот такой вот, будет стоить $1 сразу с гашенной известью и с плодом пальмы орека. Дает эйфорический приход, снимает боль, но зубам капец и мозгам тоже капец. А когда шаманы серьезные, то туда еще идет гашенная известь и толченое стекло. Стекло режет слизистую, быстрее проникает вещество, гашенная известь сразу заживляет. А ты же это не ешь, ты же выплевываешь. Ну, жесть, короче. И это все легально, пожалуйста. Хорошо, а свечки почему рядом? А заодно. Она просто торгует всем, чем ее семья делает. Вот семья там какой-то, я не знаю, это табак, наверное, самосад, скорее всего. Ну, да. Тыква, запеченная с кокосовым молоком. Получается такой крем внутри. Очень, кстати, вкусно. Пальмовый сахар. Да, это пальмовый сахар. Есть два вида пальм, кокосовая и сахарная. Они отличаются прилично на вид, но никто, пока не покажешь, не отличает. Добывается из цветка. На ночь вешается такое ведро из одной секции бамбука. Да. Цветок капает-капает. Утром мужик залазит, снимает это дело, да. И сливает в такой большой вог, да. На глиняной печи. Да. Потом бабонька его стоит, вываривает это дело несколько часов. Вода уходит, остается патока. Все. Класс. Ничего больше в этом нет. Это просто сок пальмы. Идем дальше. Идем. А вот это что такое, ты знаешь? Это таро. А, корень таро, который с дырочками в середине. Да, значит, есть 4 корнеплода, которые выращиваются, как наша картошка, вот в этих вот местах. Как для человека, который не ходит на рынок, я должна тебе сказать, что ты очень хорошо подкован. Батат, тапиока, да.
таро и ямс. И они едят именно сладкую картошку. А наша картошка тут считается деликатесом, ее выращивают для супермаркетов, для вот белых людей, для экспатов. Так, ну вот там дальше мясные колбасные ряды. Какое основное мясо здесь в Камбодже? Всегда на выбор курица, свинина, говядина. При этом говядина местная из коровы зебу. Это худая такая коровка. Белая? Белая, да. Видели, горбатая. Да. Значит, если его не доготовить, его надо долго готовить, то оно будет как резина. Вкусно, но никак не прожуешь. Колбаски они делают, да? О, да. Всякие потроха, кости, хвосты, какие-то субпродукты. Все идет в дело. Вяленое, сырое, языки, мозг. Кстати. Да многим не помешает. Но все такое по-азиатски, трещничок такой легкий, мухи и так далее, ну, никого не смущает. Нет, а что? Мы находимся в центральной пагоде Симрипа. Это достаточно древний храм, 14 век. То есть буддизм тогда был уже одновременно с индуизмом, но он не был еще официально признанной религией. Тем не менее, эта пагода именно 14 века, я не помню точно 300 какого года. Соответственно, это действующий монастырь, там кельи, где живут монахи. Это пагода, где мы сейчас будем на медитации, за ней еще две. А это кладбище. Кладбище здесь мы видим кхмерское, все эти ступы. Ступу поставить стоит $3,000-5,000 на территории пагоды, только богатые семьи могут себе это позволить. А, можно прям поставить на территории пагоды да, любому человеку? Да, ты заплатил, конечно. А-а-а. Плюс особо отличившихся туда хоронят. Ну, их сжигают и вазочки доставляют. Но есть и вот такие вот могилки, это китайские или вьетнамские. Они не сжигают, они хоронят целиком. Плюс трупы в стене. Здесь мы видим скульптурную композицию, коих в Камбодже очень много, потому что они любят изобразить именно в скульптурах фактически иконы. Что здесь находится? Здесь изображен тот момент, когда Будда удрал из царского дворца для того, чтобы посмотреть внешний мир. И обнаружил он там три важные вещи. Вот дедушка с клюкой – это старость, символизирует собой. Сидящий рядом дедушка в шарфике – это болезнь. И лежащий человечек – это смерть. У него птички едят кишки. А это медитирующий монах. И тогда он задумался, а что это вообще такое? Оказывается, от меня все скрывали, а есть такие вещи, и есть медитация. Буду изучать. И потом он удрал из дворца совсем. Но вот это момент, когда он познал правду, что мир на самом деле вот такой, а не такой, как ему его папа Раджа показывал. То есть он из мажора превратился в дауншифтера. Вот это об этом. Oh,
Пушкинской Патокой или монастырем Пушки расположены? Потому что религия и власть всегда дружат вместе обязательно. И они показывают силу и дружбу. Слоган Кампучии – это сейчас «Король, религия, народ». Вот, по-моему, так. То есть это все вместе, едино, и это обязательно нужно, иначе... То есть не просто налоги платить, но и нравственность. Это всегда все вместе делается. И пушки они здесь ставят. Во-первых, это раритет. Пушки, кстати, не их, естественно. Французские, что ли? А, я думаю, даже не французские, английские? А еще китайские. Английские. Вот тогдашние. В Китае же порох был первый. Вот. И это, ну, просто прикол, типа старина, антиквариат, но и показать, что силы. Что это все не просто так. Ты же видел там людей в погонах, благословленных Богом. То есть это все вместе. Good luck. И святой слюной окропились мои ноги. Значит, как ты говорил, будет привет? Суздей. Суздей. Мы пришли в Артизан, где можно наблюдать работу мастеров. Боже, какая сорока во мне проснулась. Смотри, есть такое. Дальше надо пожелать человеку счастья. Сок сапаги. Третья часть приветствия, кстати, у них, а ты уже покушал? Традиционный метод заваривания здесь кофе по-вьетнамски. В Камбодже Андрей привел нас в такое маленькое легендарное заведение, и мы будем есть на самом деле вьетнамскую еду. Вот. Ну и раз уж мы говорим про язык, то всем будет интересно знать, что вроде как бы и выругался, а сказал хорошее, красивое, приятное.